произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах. Давайте делать машина паузы в пути. Машина времени. Смотреть вокруг внимательно и строго. Машина времени. Ну что, заниматься? Хорошая песня. Чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути. Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи. За ними ведь не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеки мы были друг от друга. Мы думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу. А думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет, себя считая кем-то из немногих, и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро, без сомнения, пройдет. А с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет. Да, у машины времени. Так это...